Ратная служба во славу Отечества. Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость. Наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну. Побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа, великой любовью к родине. Патриотизм в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда родина в опасности. Спасение отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний.